Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Устроившиеся станции метро улицы Новаторов начали высаживать деревья. Как сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики столицы со ссылки на генерального директора АО «Мосэнерджпроект» Марса Газизулина, работы проводятся в рамках компенсационного озеленения при строительстве новой коммунарской линии метро. По словам Газизулина, жители округа получат около 1000 деревьев в ходе озеленения, которое продолжится весной 2020 года. На этом пока все, а еще больше на сайте mymsk.online. До скорого!